Привет, мои дорогие друзья, с вами Олег, вы на канале Горы Какашек, это значит то, что вы сейчас смотрите видеопрохождение игры Spyro 2 Princess Rage, и я пытаюсь победить первого босса. Этого первого босса в английском варианте зовут Краш, то есть Громила в русском варианте, в русском переводе, и мы, собственно, должны убегать от его атак. Сейчас у нас это не получилось. Я думаю, то, что в этот раз все получится. Раз, два. Два раза он стреляет вот этими энергетическими полями, электричеством. И потом сбрасывает на себя камни. И вот у нас поменялись цвета на его платформах, на которых он стоит. И у него появилась новая атака. От нее нужно... Я уже сообразил вот так вот отбегать. Догоняем его, поджариваем задницу и убегаем, потому что камни, которые он сваливает на себя, на нас совершенно не должны упасть, потому что мы хотим выжить, хотим победить его. Вот еще раз мы его подпалили, и теперь осталось дело за малым. Еще 3 кубика, а это значит то, что у нас появилась какая-то сложность. Например, то, что у меня не осталось жизни. Вот. А вот и овца. Овца, к сожалению, меня не спасла. Она куда-то отпрыгала. У меня осталось 8 жизней, друзья. И это значит то, что мы заново начинаем игру проходить. Точнее, не игру, а этого босса. Да что ж такое-то? Я не могу... по нему попасть сейчас, хотя в прошлый раз все было намного легче. Так, отбегаем. Я надеюсь, то, что я не буду проходить этого босса 3-й раз, 4-й, 5-й, 10-й. Раз, два. То, что мы сейчас его пройдем как надо. Опять у нас поменялись гексагоны. Назовем их так, потому что, по-моему, они, у них все-таки 6 сторон. Эх, так, раз, два. Быстро бежим к нему. Нет, нет. Раз, два. Опять быстро бежим к нему. Да, есть, мы его подпалили. Ох, как же это долго. Сколько же еще тебя убивать-то, друг мой любезный? Раз. Да. Слава богу, ты побежал в другую сторону. И мы сумели убежать. Сейчас я нехило испугался, потому что я подумал, что по нам опять попадут его большие. Раз, два. И все-таки нас подпалили. Слава богу, ты бежишь далеко, далеко. Теперь ты бежишь за нами. Очень хорошо. Такой веселый. И ты по нам не попадаешь. У тебя осталось 2 жизни, друг мой. И сейчас мне нужно будет прыгать. Ай. Мне кажется, что он сейчас будет 3 раза стрелять по мне вот этими фигнями. Да, действительно, так оно и было. Опять отбегаем. И сейчас у него останется 1 жизнь. Ехидная ты морда хитрая. Не хочу, чтобы он меня убил. Опять нужно 3 раза прыгать. Раз, два, три. И быстро бежать. Да. Это было не очень быстро. Раз, два, три. И быстро бежим за ним сюда, пока он не добежал до той платформы. Нет, он не добежал. Осталось нам самим унести ноги от его большой дубины. И все, почивать на лав. Да, мы это сделали. Мы победили этого босса. Мы молодцы. И вот теперь мы переносимся на осенние равнины. Новый домашний мир. То есть получается то, что первый домашний мир мы прошли. И вот теперь мы в новом месте. Здесь нам опять не рад Рипто. И мы должны спасти этот мир, пройти по всем. Я так понимаю, раз, два, три.
три, четыре, как минимум по четырем этим телепортам. Собрать талисманы, то есть сделать все, что нам нужно было сделать в предыдущем домашнем мире. Я не имею ничего против этого. Очень хорошо. То, что нам опять дается роль спасителя мира. Но для начала нужно пополнить запасы жизни. Потому что мне не нравится то, что у меня жизни меньше, чем 10. А именно 8. Но также мне хочется собрать монеты. Камушки, драгоценные камни, местную валюту. Всплываем. И давайте разведаем, что там дальше у нас в мире. Вон там стоит Асталсум, он стоит около лестницы, а это значит то, что сейчас нас наконец-то научат лазить. Чтобы научиться взбираться. Ну, что скажешь? Действительно, я хочу научиться взбираться по лестнице. Я пропустил, как взбираться. Ну ладно. Вот так вот наш дракончик сбирается. Ничего удивительного. Я думал, конечно, будет что-то по-другому. Но это тоже меня устраивает. Дракончик у нас умеет, оказывается, останавливать свой полет. Чуть-чуть обогатившись назад. Давайте залезем обратно наверх и посмотрим, что же там наверху. Может быть, там есть какая-то плюшечка, а может быть, там есть какой-то большой бриллиантик. Так, я надеюсь, что не будет никаких больше таких проблем с лестницей для меня. Что же там такое? А это у нас, друзья мои, скор. Не знаю такого. Ладно, давайте посмотрим, что у нас дальше. Тут по порядку еще какой-то уровень. Называется Холмс. Шерлок Холмс будет здесь у нас глагольствовать. Помогать нам. А это профессор. Привет, так. У меня как раз проблемы с дверью. И я думаю, несколько шаров помогут открыть ее. Ведь я правильно думаю, или? 8 шаров откроют двери. Ну... Как ни странно, у нас были эти 8 шаров. Это очень хорошо. Это значит то, что нам не нужно лишний раз куда-то сбегать, что-то делать. Но с другой стороны, это нам нужно для того, чтобы полностью пройти игру. А я не преследую цель полностью пройти игру. Так. Привет, Спира. Рипта и Галп спрятались в комнате замка под нами. Тебе нужны все 14 талисманов, чтобы разбить замок и добраться. Да, мы это все поняли. Я имел в виду то, что не то, что полностью я не хочу пройти игру от начала до конца, я не хочу проходить игру на 100%. Это слишком долго, это слишком нудно, и, честно, мне это не интересно. Не очень интересно. Разобьем этот кувшинчик, и я тут видел вот этого мужика опять. Я могу пустить тебя в маленький замок в обмен на несколько камней. Что скажешь? Неудивительно. Насколько камней? Почему бы и нет? Никто у нас камни есть. Ни на что я их думал, я никогда... тратить нам, кроме как на него. Давайте же посмотрим, что есть там. Здесь какой-то Оанг. Наверное, это все же недочеты переводчиков. Потому что они не думали, то, что кто-то дойдет до этого уровня. Но хотя, нужно отдать им должное. Они делали свою работу. Так что... Вот такой перевод у нас получился для каждого уровня во втором домашнем мире. Так, друзья, собственно, мы победили босса. Мы попали во второй домашний мир. И я считаю то, что на этом пора закончить эту маленькую серию. Ну, для того, чтобы оставить больше контента, больше видеоряда, больше приключений на еще какое-то видео. Чтобы на вас всю эту информацию вываливать не сразу, а постепенно. До скорых встреч, друзья мои. С вами был Олег. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк.
Всем пока. Удачи.